Racing Master. Откуда такой хайп? Сейчас узнаем. Я всех приветствую, вы на канале Z-Tracker, это обзор 4-й беты Racing Master. Так что присаживайтесь поудобнее и погнали. Ну и давайте начнем обзор с меню. Вот так вот оно у нас выглядит. Графоний. Про графоний мы еще поговорим, конечно же. Он тут на высочайшем уровне. Ну давайте сначала про меню. Что у нас тут есть? Насколько я знаю, я еще не прям все там разблокировал, так как начал играть, по-моему, ну, в четверг или в пятницу. Что у нас есть? У нас есть раздел с машинами, где мы можем просмотреть свои автомобили, просмотреть статистику. Вот, например, давайте возьмем Huracan. Можем модифицировать, можем кастомизировать всякие там спойлерки, но тут это недоступно. Давайте там Golf условный. Customize. Сюда можем кастомизировать, короче, карбади. Какие тут спойлера, типа выхлоп поставить жесткий какой-то. Такие вот всякие. Можем также на некоторых автомобилях кастомизировать тут спойлер делать. Сейчас покажу. Например, на Nissan вот таком я вот такой вот спойлер приколхозил. Смотрится круто. Дальше у нас есть бодикиты. Вот у нас раллийный бодикит. За 7020 кристаллов. Это вообще капец много. Стандартный. С такими сплиттерами и диффузором задним. И MB Performance бодикит. Даже не знаю, для чего он сделан. Он какой-то тоже очень жесткий. Как-то так. И также мы можем модифицировать автомобиль, соответственно. Например, прошить его, улучшить мотор, улучшить электронную систему, облегчить, насколько я понимаю, шасси улучшить и улучшить зацеп в шинах. Дальше мы можем кастомизировать персонажа. То есть ему там всякие костюмы менять, всякое, типа, лицо и другое. То есть тут есть полная кастомизация персонажа, что есть очень круто. Клаб, это мы в клубы можем входить разные. То есть тут мексиканский, вот видите, Андора, Индия. Короче, разные тут есть. Manage, это мы управляем персоналом, соответственно, и получаем награды. Master Pass, тут тоже мы получаем всякие награды разные, короче. Вот, например, Silver Key я получил. Store, это мы можем покупать разные машины, например, бодикиты. Всякие футболки там условные, да, для нашего персонажа. Тут даже вот BMW Motorsport M есть. Ну, короче, ивент, это у нас тут ивенты есть разные. Вот заберем сейчас Silver Key, вот этот вот, всякие награды забираем. Ну, короче, тут ивенты. Экспо, это у нас паки мы можем тут распаковывать, про это также чуть-чуть позже детальнее мы поговорим. Есть у нас почта, где нам сообщения всякие от игры приходят. Там всякие награды, такое вот разные. Таблица лидеров, соответственно, друзья и общий чат. Общий чат тоже есть, кто любит, пожалуйста. Это сколько у нас всяких разных валют. Короче, наш, так сказать, рюкзак. Условно, да? Так назовем. Тут это всякие реплеи вы можете смотреть.
favorite. Вот, например, я ездил на Сицилии. Тут получается вообще реплеи все сразу. И, соответственно, настройки. У меня ультра хай сейчас. Я, наверное, скину до хая. Ну, или ультра хай покажу. Короче, ультра хай покажу. Тут можно также включать power saving. Получается. Ну, и менять настройки графики. Обычные настройки. И тут мы можем кастомизировать музло. Также про это чуть-чуть позже. У нас есть миссии, это основные, которые мы проходим, и за них дают награды. Voice Login — это каждый день вы входите в игру, и вам дают какие-либо там награды. Ну и, соответственно, уже режимы игры. Это у нас RM Land, Single Player, то есть карьера, да? И матч — это онлайн-заезды. Есть Ranked Race, есть вот эти вот Weekly, всякие Practice, Track Show. Короче, тоже очень много разных. Ну и давайте теперь поговорим про автомобили. У нас их достаточно много, как для бета, я вам так скажу. То есть у нас есть и Aston Martin, и всякие спортивные, и GT3, и там обычные, то есть Golf R тачки. Сами можете посмотреть, короче. Есть даже вот такие вот, типа, Lamborghini Veneva. McLaren, Lancer, 3 Evolution. Taycan, кстати, есть. Турбач. Такой вот классный Turbo S. Хотел бы его заполучить, но, как бы, достаточно сложно это сделать. Есть также легендарные машины по типу Porsche Cayenne 964, по типу вот такого Jaguar E-Type. Так что машин достаточно много, очень много, и это круто. Ну, конечно, хотелось бы больше легендарных машин, типа каких-то, ну, короче, старых легендарных тачек. А так, конечно, с этим порядок полный. И также мы можем смотреть вот так вот Car Manual про машину всё. Вот это круто. Даже можем послушать звук двигла настоящий. Вообще кайф. Ну, всякую инфу можем посмотреть. Ой, двигло тут. Короче, какие передачи. Длину, ширину. Там про историю данного автомобиля. И можем посмотреть, сколько я на нем ездил. Это, соответственно, со всеми тачками. Теперь давайте поговорим про главную особенность данной игры, это графонить. И графонить тут, конечно, просто нереального какого-то уровня, ну, типа, абсолютно вообще жесткого какого-то. Ну, вот можете посмотреть. Такую вот. Заставочку, так сказать. Ну, это вообще кайф, конечно. Я думаю, еще ни одна гоночная игра на мобиле вообще так не смотрится круто реально. Ну это вообще, это типа уровень. Конечно, если сказать, что это PS5, ну типа я не знаю, насколько это правильно, но это реально очень крутой уровень такой графонии. Даже не знаю, типа, какая игра с ним сравняется просто, ну, потому что, ну, это вообще какая-то жесть. Как они такого достигли, если честно, тоже абсолютно не понимаю, потому что и салон детализированный, и, ну, я вам, конечно же, сейчас покажу, и внешка автомобиля, и, ну, тут вообще, ну, все,
Все просто идеально. И это, конечно, огроменный плюс. Ну и давайте теперь зайдем, например. Например. Пожалуй, в ранкет соло. И посмотрим уже на физику. У нас есть также онлайн события, да, такие вот. И мы гоняем на разных тачках. То есть вы не можете на одной тачке сесть и гонять. Вам как бы дают выбор из групп. То есть три группы тут есть тачек. Это обычные, спорт и экстрим. И, соответственно, там каждый раз группа меняется. И это реально круто. Это круто. Вот сейчас мы на вот таких вот прокатимся. Ну, давай посмотрим, что тут есть. 4,8 до 100. Ну, давай, давай. На гольфе. На вот таком вот. Тут также графоне, смотрите, все отражения имеются. Вот это, конечно, да. Ну, то есть, блин, реально уже играю какой пятый день. И просто офигевают графоне, реально. Просто жесть. Ну, первый раз, когда я зашел, я просто такой, чего? Просто такой, ну, я даже не понимал, понимаете? Понимал. Короче, понимал, ну, не понимал, что это вообще реально. Ну, как бы, а как это возможно? Ну, на мобиле такой графоний. Тем более, ну, как бы, он не пропадает в самой игре, да? Да вы гоните. Не пропадает. Ну, такими остается. Mountain Pass. О, вот это кайф. Я тут, по-моему, еще не ездил, но очень хотел поездить. Ну да, я тут еще не ездил. Кайф. Что, заставоньки такие крутые? Ты. Оба-на, поехали. Вот такой у нас салон. То есть тут даже с цифровой приборкой. И это реально круто, что тут это реализировано, так сказать. Все приборы работают. Там вон еще. Счетчик времени вот тут он находится. Тоже он работает. И это реально вообще кайфово, когда салон функционирует, да? Это классно. По физике вы уже, я думаю, могли заметить, что физика абсолютно аркаднейшая, даже я бы так сказал. Потому что... Ну, короче, это аркада, типа, вообще на уровне, типа, ну, чуть-чуть лучше, чем Асфальт 9, да? Тут не совсем... Такая физика очень-очень аркадная. Она, конечно, аркадная. Но не прям вообще, да. И это я играю еще без вообще без помощников. Типа я максимально отключил помощники. Они все равно есть. Тут ТЦС есть, по-моему. Или нету. Да не, вроде нет. Ну, короче, непонятно, есть или нет. Да, видите, вон сверху, короче, загорается. Такая штучка. Типа удержание. Что-то за фрезы такие. Жесткие. Ну, короче, физика, да, физика аркадная. С этим ничего не поделаешь. Что-то в туннеле вообще тут фрезы были. Анреальные какие-то. В целом первые приехали. И что мне не нравится по онлайн, да? Во-первых, то, что немного игроков в онлайне, то есть, ну, их не 16, не 20. Вы, конечно, можете сказать, что как бы, ну, блин, это мобила. Я понимаю, почему это сделано, потому что тут графоник какой-то анреальный, да? Но, блин, все равно, ну, как бы. Не знаю, ну как-то вот хотелось бы побольше соперников, побольше хотелось бы. Если они сделают в релизной версии побольше соперников, будет круто. Давайте заберем награду.
левел 13. Окей. Ну и давайте будем переходить к наградам, да, которые тут есть, и к пакам. Открываем экспо. И так как у нас есть вот этот серебряный ключик, мы можем один пак открыть бесплатно. Так он стоит 300 вот этих вот кристалликов. Задонатить пока что не можно, но потом это будет за донат. Соответственно, наша игруха будет бесплатной. И надо будет как-то разрабом зарабатывать баблицом. Ну, скорее всего. Или она будет платной, будет это все вообще бесплатно, как бы. Ну, соответственно. Два варианта. Падает нам. Это у нас что это? Челленджер РТ. Тинью. Но так как у нас он есть, нам падает ИКУ. Блупринт, короче, XOR. Давайте еще раз откроем. Может, сейчас что-то выпадет нормальное. Ну, сначала, конечно, падает дофига тачек всяких новых, короче. А сейчас уже барахло. Падает Сивик, который у меня тоже есть. Там, конечно, если падает новая тачка, там, конечно, вообще кайф. Давайте еще раз откроем. Чисто ради вас. Так. Может, что-то выпадет. Но я сомневаюсь, конечно. Да, тоже Сивик. Класс, класс. Но отсюда мне выпал... Ну, там, короче, много тачек всяких разных. М6 выпала отсюда. И, короче, ну это сначала было, да? А сейчас уже ничего не падает. И это, конечно, такое себе дело. Карьера, да? Давайте посмотрим на карьеру. У нас есть story мод. И тут мы проходим разные левелы, да? И нам дают кристальчики и награды в целом, да? Как-то так. Есть drills. Это у нас... У нас. По трассам, типа, какие-то там прохождения. Даже, если честно, не вникал, что это такое. Но прикольная штука, что такое есть. И у нас есть обучение, там нас научат, вот видите, как школа вождения, типа Gran Turismo. Basic, Normal, Expert, Slipstream, видите, Corner Entry, Spin Control. Короче, разные всякие тут. Прикольная штука. Кто не знает, как ездить, может научиться. Хотя это аркада, напоминаю, да, по физике. Кстати, вот, чтобы вы не говорили ничего. Вот, off у меня установлено все. Driving line выключено. Так что... Это так. Ну и давайте напоследок к музыке перейдем. У нас есть тут... разные мелодии. У нас есть и рэп, и рок, и R&B, Intense, мелодии. Можно все сразу проигрывать, можно любимые треки проигрывать. То есть вы там добавляете какой-то трек в избранное, и потом слушаете те треки, которые вы добавили в избранное, да, соответственно. И это круто, что тут много всяких треков таких есть, вот видите, плейлист, много музла, так что, что кому нравится, тот в целом и выберет. Ну и давайте подводить небольшие такие итоги. И итоги, наверное, таковы, что по графике, конечно, данная игруха вообще абсолютный топ, очень она крутая, ну типа, ну тут, я не знаю, что еще добавить, да, то есть тут, ну, вообще... без шансов для каких-то каких-либо других игр, да. Так как графон тут, ну, отражение это вообще PS5, типа. Говорит, добрый день. С PS4 просто в пролете тут реально. И, ну, сам графон тоже очень крутой, то есть никаких тут тебе лесенок нету. Никаких там, ну короче, все плавные переходы, там сглаживание крутое, видите, все плавненько. Тачки официальные, так как игра делается с кадмастерами, да.
Так что я думаю, игруха будет очень крутая. Главное, чтобы ее не сделали донатной какой-то. Ну, слишком донатной, да, так сказать. Потому что, если будет нормальный донат, ну там, ну нормальный, да, нормальный. Да, будет все путем. И хотелось бы, конечно, еще физику, да, сделать более. Ну, хотя бы, ну, чуть-чуть реалист. Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, типа, сделайте. Вот, ну, как мастера ж умеют. Они делали и Dirt Rally. Они делали и Grid Autosport. Они делали, ну, у них много опыта, типа, в этом барахле. И вот сделайте, чтобы с отключенными помощниками, это именно были отключенные помощники, а не как сейчас, когда, ну, типа, отрубил помощники, а там ТЦС все равно, ну, как бы, такое себе дело, да. И хотелось бы, конечно, да, физику получше. Ну, а так, вообще, ну, кроме физики, типа, вообще претензий в целом нету. Хотелось бы еще, ну, хотя бы в одиночном режиме какие-то более продолжительные гонки, да, как в Grid Autosport, там, Endurance, например, там, или какие-то, ну, не знаю, вот что-то такое, хотелось бы, там, например, на 20 минут, на 10 минут, ну, хотя бы, да, и вот тогда, конечно, будет все круто. Если вам понравился этот обзор, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а с вами, как всегда, был Зетракер. Всем удачи и всем пока.